премьерочка. Ну что, вот и сбылась наша мечта. О, а у меня еще одна мечта есть. Вот хочу, чтоб алычи много было. И под водопадом ее есть. Зачем? Чтоб не мыть. А, громокошки, тан, тан, таран, таран, тан, тан. Короче, мы вам привезли много крутых шуток. Даш, покажи вот этот прикол, когда ты челюстью страшно двигаешь. Какой еще прикол? Вот этот вообще ад какой-то! О, привет, девчоночки-амазоночки! Здорово, Никитос, что с рукой? А, что, заметно, да? Это я просто татуировку кной сделал, она проросла. А что пришел? Слушай, девчонки, бросайте свой КВН, поехали хоть на речке покупаемся. О, мы с девочками уже купались сегодня, в неглиже. А я знаю. А откуда? Узнаете? Офигеть, девчонки! А я вам говорила, что не может с нами куст в волейбол играть. Иди отсюда! То тихо, девчонки, быстро загадываю загадку, кто отгадывает, едет со мной на свиданку. Сложная. Зимой и летом одним цветом. Каштан. Яблоко. 5. Ух ты, все верно. Собирайтесь, поехали. И никуда мы с тобой не поедем. Девчонки, а я не понял, что за вас все толстуха решает? Да блин, я не толстая. Ну ты как же поняла, что я про тебя? Yes! Уже. Лучше бы нам с КВНом помог. Ой, у меня как будто дел поважнее нет. А сегодня ментовские войны не показывают. Громокошки, оттопыримся по полной. Такая ситуация могла произойти на улице любого города. Или нет, я не знаю. Извините, смотри, что есть. Смотри, 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 смотри. Блин, сам отвлекаюсь. Женщина! Да что? Можно вас на секунду? Нет. У меня один вопрос. И что, нет? Можно с вами познакомиться? Нет, конечно. Вот, а сейчас бы вставал. Ну что, пакет пробивать будем? Ой, извините, замечталась. Хуже таксистов, которые слушают шансон, только таксисты, которые слушают Romantic Collection. До Октябрьской подвезете? Падай. Не против музла? Да нет, конечно. Уф-уф-оп, давай, нормально! Мужчина, вы чего? Простите, привычка, я обычно под это сексом занимаюсь. А давайте молча поедем. Ладно, ладно. А переключите трек. Ладно. Уф-уф-оп, давай, нормально! Мужчина! А что, ситуации разные бывали. А наша следующая миниатюра... Нет, я не забыла слова, просто внезапно осознала, что не тем занимаюсь. Некоторые отцы перебарщивают со своими приколами. Настюш, мы тут с мамкой прикол придумали, смотри, чё. Пап, я уж на такое не ведусь. Эй, жалко, а чё здесь суетишься, парня своего прячешь? Нет. Расслабься, я шучу. Я-то знаю, ты небось уже ребенка прячешь. Нет. Опять повелась. Ты смотри, от меня ничего не прячь, а то этого первенца колдунья завещал. Да, пап, да что ты пугаешь? А я не папа, я колдунья! Эть, оп, а говоришь, не ведешься. Спокойной ночи. Тело муравья покрыто плотными хитиновыми пластинами, которые очень тяжело повредить. Поэтому вы никогда не увидите муравья в татуировках. Просто я хочу, чтобы КВН чему-то учил. Служебный роман может случиться где угодно, даже в школе.
что ли? Я думал, у нас опять с потолка капает. Ты че пришел? Да я там со школьником подрался, пришел проверить. Тебя не зацепило? О! Ой, герой, иди отсюда, мне еще 700 котлет вон из фарша лепить. Так, давай помогу, вместе быстрее управимся. Давай. Да ну блин, опять этот горшок получился. Ой, иди отсюда, бандит. Чего ты, блин, бросаешься? Иди отсюда. Да ну ты не собирай, я потом скажу, что это крыса лопнула. Смотри, второй раз могут не поверить. Ладно, пойду, работать надо. Давай, давай. Вернулся. А, все-таки с потолка капает, да? А как вы понимаете, наша следующая миниатюра будет отвязной. Все мы очень любим караоке, но мало кто знает, что там происходит после закрытия. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Все в порядке? Да, все хорошо. Ну, я стулья поставил, двери закрыл. Можно мне как обычно? Ладно. Чус, you destiny. Flowers, victory, Mortal Kombat! У вас 63 балла. Ольга, а он что, танцы не считает? Нет. Во, блин, а. У нас многие спрашивают, зачем мы пришли в КВН. Просто у нас был выбор либо премьер-лига, либо массовка шоу «Звезды под гипнозом». И мы выбрали премьер-лигу. Ну или думаем, что выбрали премьер-лигу. А сами сейчас в зале сидим, губы ищем. Команда КВН «Громокошки». Все, бывайте, обымаем.